Добрый день. Меня слышно? Да, слышно. Хорошо. Я в чат выложил ссылку на регистрацию присутствия. Пожалуйста, отмечайтесь. Давайте пройдемся еще раз по нашей программе, что мы должны изучить. Потом, если у вас есть вопросы, то ответим на вопросы. Так, видно? Да, видно. Видно все, да? Да. Значит, вот у нас предмет наш. Значит, у нас есть следующие активности. Значит, у нас... Итак, активности у нас превышают 100 баллов, 124 балла. Это сделано для того, чтобы вы могли выбрать необходимые активности и набрать нужное количество баллов, то, которое вы хотите. У нас основные темы, поскольку это основы информационной безопасности, вы должны познакомиться с безопасностью сетевой, с безопасностью операционных систем и немножко криптографии. По сетевой безопасности у нас индивидуальный проект. 5 этапов проекта. Вы делаете просто простой проект. Нужно проверить эксплойты, которые есть для веб-сервера. Ну, на самом деле, вариантов проверки много. Вот дистрибутив Kali Linux. Собственно, это как швейцарский нож. В нем собраны все программы для... Большое количество программ для проверки безопасности. Ну, вы можете в любой дистрибутив другой поставить это. Даже часть на Windows, но тут просто удобней. Вы делаете этот индивидуальный проект. Внешний курс, ну, опять же, наверное, для возможности посмотреть с другой стороны на эту же проблему и получить лишние баллы. Значит, вы сдаете там, что у нас там. Вот, три раздела. Вы сдаете сертификат и отчет. Хотя 3 месяца осталось до конца, но не стоит это на последнюю неделю оставлять, если вы хотите пройти этот курс. Лабораторные. У нас лабораторные большую часть захватывают безопасность операционных систем. Для этого вы на первой лабораторной ставите вариант Red Hat. Есть несколько
серверных дистрибутивов, которые используются. Это у нас Red Hat, это у нас Debian и Ubuntu, ну и, например, Zuse немецкий. Red Hat – это один из самых больших и известных серверных дистрибутивов. Соответственно, есть несколько клонов его. Именно клонов, а не деривативов. Они копируют все, что у него внутри находится, на свой дистрибутив. Раньше это был CentOS, потом Red Hat был куплен IBM, а CentOS куплен Red Hat. А в результате CentOS превратился в роллинг-дистрибутив. Это такой вариант разработческого дистрибутива для серверного дистрибутива. Ну и фактически, как серверный дистрибутив умер, поскольку вряд ли есть смысл на сервер ставить роллинг-дистрибутив. Ну и получились у нас несколько дистрибутивов, которые отошли от него. Это, например, Rocky Linux, Alma Linux. До этого был уже Oracle Linux и так далее. И Евро Linux есть. Тут предлагается использовать Rocky Linux. Собственно, почему на упор именно на вариант Red Hat? Потому что в нем реализована модель мандатной безопасности, механизм мандатной безопасности C-Linux. И у нас есть лабораторные работы по C-Linux. Так, у нас установка. Лабораторная работа у нас размазана, как вы видите, на 2 недели. Установка, дискреционные разграничения прав. Ну, вот это вот наиболее часто употребляемое разграничение прав. Дискреционное. Далее у нас идет мандатные права. Вот C-Linux тут используется. И в конце 2 лабораторных по элементам криптографии. Ну, предложены очень простые задачи по криптографии. И просятся написать маленькие программки, которые реализуют данные алгоритмы. Значит, в каждой теме у нас доклад есть. Вы должны на каждую лекцию, на какую вы выбрали, выбрать тему и до лекции сдать доклад. Вот тут сроки у нас написаны. До конца сроки. Значит, доклады у нас сдаются, кроме отчета и презентации, у нас еще выкладывается видео доклада. Оно просматривается до занятий и выделяются студенты, которым имеет смысл доложиться, и те, которым можно так поставить. Ну вот, собственно, лекции опять же охватывают все направления, которые мы обсудили. Ну и в конце тест. У вас экзамен, поэтому на тест обязательно являться. Кто не придет на тест, тот, соответственно, не получает никаких баллов. Ну вот так вот. То есть ему выставляется неявка.
на экзамен, это эквивалентно двойке. Даже если он пятерку заработал по баллам, но неявка на экзамен уже все сбрасывает, все на двойку. Ну вот так вот. Теперь какие у вас есть вопросы, пожалуйста? Вот да, есть вопросы. Пожалуйста, у меня. Ой. Так, да. Можно я тогда задам? Дмитрий, да. Сергеевич, подскажите, пожалуйста, вот запись доклада. Нужна именно запись процесса поиска информации, правильно? Нет, вашу презентацию. А, все, понятно, спасибо. То есть это вот на 5-10 минут вы должны рассказать. Готовы уже презентации, вы рассказываете то, что хотите доложить. Все понятно. А потом тогда на паре, если как бы будут какие-то вопросы, то вы еще спрашиваете, просите повторно как бы сделать доклад, нет, да? Значит, в чем смысл этих докладов? Дело в том, что есть пирамида познания. В зависимости от типа активности мы по-разному запоминаем материал. Самое плохое запоминание – это просто прослушивание на лекции. Обычно пропускается и ничто не оседает. Чем больше человек вложил силы в этот материал, тем лучше он его понимает. То есть работа, проработка материала, скажем, на лабораторной работе, она увеличивает его понимание. Собственный проект еще сильнее увеличивает, потому что в проекте нужно не повторять, а думать самому. И, наверное, самое сильное понимание дает попытка донести эту информацию до других. Таким образом, доклад играет у нас две роли. Во-первых, человек, который делает доклад, он эту тематику, ну, по идее, конечно, должен наилучшим образом освоить, поскольку он пытается донести до других. И второе, когда он выступает на лекции, он дополнительную тематику, у вас все доклады именно по дополнительной к лекции тематике, дополнительную тематику рассказывает другим студентам, чтобы они какое-то представление об этом получили. К сожалению, не все готовят хорошо доклады, то есть используют чужую презентацию, cut and paste делают реферата, что-то читают, в общем, и сами не разбираются, и другим людям слушать их просто больно. Поэтому видеозапись служит для того, чтобы отсеять тех, которые плохо или недостаточно хорошо, скажем, которые недостаточно хорошо провели исследование и сделали доклад, чтобы на лекции студенты не страдали. А вот те, которые сделали достаточно хорошо, они выносятся на лекцию и пытаются рассказать то, что исследовали другим студентам. Вот в этом смысл, поэтому вот такое вот ограничение введено. Понятно, спасибо. Да, пожалуйста. Да, у меня есть вопрос, можно задать? Я установила на дистрибутив Pandoc CrossRef и попыталась сделать компиляцию шаблона команды make. И у меня вышла ошибка статус -11. Дмитрий Сергеевич, что это вообще могло бы значить? Хотя я проверила, что все версии, ну, как Pandoc и Pandoc CrossRef, они друг другу соответствуют. Ну, у кого-нибудь такие же ошибки есть? Или никто не пробовал? Ну, я пока еще не установила Pandoc и Pandoc CrossRef, но мне, я помню, что ошибка 8, это как она ошибка 83, вот статус -11, она, по-моему, еще у кого-то даже в прошлом семестре возникала, поэтому, да, интересно. Ну вот можете вы зашарить экран, Дарья Эдуардовна,
и показать эту ошибку. Да, я тогда сейчас запущу снова виртуальную машину. Пожалуйста, да, секундочку. Зашарьте экран, чтобы, поскольку такой вопрос может быть у нескольких людей, давайте мы попробуем его разобрать. А можно тогда, пожалуйста, параллельно еще такой вопрос? Да, конечно. Скажите, просто в прошлом семестре мы устанавливали TechLife и Pandoc CrossRef на Fedora, и на Fedora это, в принципе, все стоит. Скажите, пожалуйста, а можно ли, например, компилировать отчеты, их делать на Fedora? Значит, еще раз, вот вы ставите серверную систему, на нее ничего ставить не надо дополнительно. Она серверная, на ней ничего работать нормально не будет. Есть системы серверные для работы серверов, там ограниченный программный код, ограниченные программные ресурсы, там работают определенные сервисы, и там многих библиотек или нет, или они устаревшие, поэтому... Отчеты компилить лучше на пользовательской системе. Fedora – это пользовательская система. В ДК у вас пользовательская система. А на серверной системе не надо это делать. Это все не будет работать нормально. Да, да, я просто про это и говорю, то, что мы в прошлом семестре как бы ставили Fedora, именно вот, как обычную систему, и на ней уже стоят все эти программы. Так на Fedora и надо. На Fedora и... То есть на Роки это можно все не ставить? Это нельзя, не нужно ставить ни в коем случае. Роки у вас только для того, чтобы вы выполнили лабораторные работы, то есть проверили именно серверную безопасность. Дело в том, что на клиенте безопасность зачастую ухудшается по причине того, что безопасность мешает работать людям. Она ограничивает их. Ограничения людям не очень нравятся, поэтому на клиентских машинах на безопасность не обращают внимания. А на серверных системах, наоборот, главное – это безопасность. Остальное как раз не очень интересно. А тогда понятно, еще один вопрос. Да, понятно. Да? По этой же теме еще один вопрос. А вот тогда, допустим, подключать репозиторий в локальную папку, его тоже лучше на Fedora? Да, все на Fedora делается, да. То есть все полностью мы выполняем только лабораторную, а все скриншоты потом перекидываем на Fedora, и на Fedora все делаем отчет, отправляем на GitHub. Да, 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 именно так. Угу. Да. Все понятно, спасибо большое. То есть, Роки только для того, чтобы вы могли его как полигон использовать, а не как рабочую. И Kali то же самое, да? Да, Kali это тоже только полигон. Угу, все понятно, спасибо большое. Да. А то вот с этим моментом вот вопрос у нас возникли. Спасибо. Ага. Дмитрий Сергеевич, я готова поделиться экраном. Да, давайте, да. Сейчас ждем. Попробуем. Так. Ага. Видно что-нибудь? Так, сейчас пока не видно ничего. Так, вот видно, да. Угу. Ну вот, так. В принципе, такая ошибка во всех лабораторных. Я первую, вторую проверила. Значит... Так, покажите Pandoc CrossRef. А как я его установила? Значит, версия Pandoc какая у вас? Так, сейчас, секундочку, надо до этого добраться. Я его устанавливала. Так. Pandoc минус V, наберите просто. Угу. Сейчас. Он мне находится в ТНП, по-моему. На Pandoc? Нет, просто наберите Pandoc. Просто Pandoc. А где он у вас Pandoc находится? ТМП. Нет. Вы должны его положить в исполняемое место, то есть в user local bin, если вы под рутом. Или вы должны положить его... Так, ls сделайте. Да, вот так. Вот. Все, да, давайте Pandoc запустим. Pandoc минус v напишем. Угу. Pandoc минус V. Да.
Вот. Значит, он 3.1.11.1. А пандок кросс-реф минус вы ест, даст он что-нибудь у нас? Сейчас. Пандок. Ага, какая-то ошибка сегментирования. Это вот видите, он, значит, у вас не запускается просто-напросто. А, так, а какой вы пандок установили? Давайте посмотрим. Пандок кросс-реф. У вас вот Windows, а у вас, да, у вас, давайте. Так, вообще Pandoc Crossref я устанавливала с сайта, а не через командную строку, а вот Pandoc да, через да, командную да. строку. Да, вот правильно. Вот вы, вот. Значит, у вас 3.1.11.11, вот вы этот устанавливаете, да. Pandoc Crossref, да, я вот этот вот качала. Да, давайте вы. Угу. Скачали. А я уже скачала, да, вот его. Так, вот это скачали, распаковали, и там вот этот. Да, распаковала. Прям через star, x, минус xf. Угу. И там находился один файл исполняемый, который вы и положили. Ага. Так, давайте еще раз на консоль. Угу. Так, ну-ка давайте мы... Так, вот это сделайте точка слэш pandoc crossref минус v. Pandoc crossref. Тоже ошибка, то же самое. Ну, а давайте тогда попробуем предыдущий скачать, и тогда и поменяем и пандок. Давайте предыдущий. Может быть, на этом какая-то предыдущий. Ниже опустимся. Угу. Вот это. Вот этот B, да? Там угу. у него пандок 3.1.11 без 1. Да, давайте его скачаем и попробуем. Мне вот это вот скачать. Да, вот на осец сделайте. Осец. Ой. Ну, неважно. Осец вот раскрываете, да. Вот это. Да. Покачаю. Угу, все скачалось. Так, распаковываем его. О, смотрите, а у предыдущего у вас 0 байт почему-то был. Это что такое? А-а-а. Это может быть он как раз не скачался? Я не знаю. Так. Да, какая-то странная. Ну, давайте еще раз C скачаем. Да, давайте еще раз этот скачаем. C, вот этот, да. Давайте скачаем еще раз. Вот он скачался. Давайте откроем его. Вот этот. Вот пандок, кросс-реф. Нет, вот этот. Один не этот, а правее. Вот этот. Вот этот, да. Ага. Нет, он у вас куда-то все. А, ну да, давайте, что там внутри. Угу. Вот. Вот, вам пандок кросс-реф нужно перенести в user local bin. Угу. Так, это у меня получается в загрузках находится. Нет, давайте Ctrl-C его и вставьте туда. Угу. Ctrl-C. У вас есть в user local bin доступ, нет? Ну или положите любую в домашнюю папку там или в TMP и потом скопируйте. Ага, ну где я покажу? Все, вот он скопировался. Да, давайте, да, и мы скопируем под рутом туда. Так, из домашней суду, папки. Суду. А, суду копия. Да. Так, пандок кросс-реф. А дописывайте, пожалуйста, табуляции. Ага. User local bin. User local ага, все правильно. Local bin. Local bin. Так. Enter. Сейчас. Угу. Ну, давайте pandoc crossref запустите с минус v. Нет. Надо, нет, наверное, перейти в user local bin.
Они не нужно переходить, это значит, что он просто не отрабатывает. Давайте попробуйте сделать это с предыдущей версией. Может быть, эта версия именно. Так, а я ее скачала, по-моему, тоже. Предыдущую. Давайте три в загрузках. Да, нет, которая без этого, без единички. Без единички, вот это. Угу. Так, я это скопирую. А, стоп, сначала надо распаковать. Да. Вот, вот, вот это. Угу. Ctrl-C в домашнюю папку. Ctrl-V. Так, и pandocrossref Linux называется. Нет, pandocrossref сам вам нужно, папку не нужно копировать. А, вот это? Нет, это... Это старое. Ну, я не знаю, вот у вас мусор тут уже образовался. Вот он. Вот это, да. pandocrossref Linux. Все понятно. Штука. Так, наверное, старую нужно удалить, вот эту вот. Угу. А новую как раз-таки переместить в домашнюю папку. И теперь так попробовать вот, минус да. В также. Опять ошибка. В принципе, я устанавливала это на Роки. Я просто не знала, что нужно на Федоре работать. А, это, ну, давайте поэтому на Федоре перейдите. Может просто быть, буду работать на Федоре. Там я все нормально. Да, давайте перейдите на Федору и там. На Роки это может не работать действительно. Ну, то есть вы правильно, да, вы правильно подобрали версии. Дело в том, что раньше у них еще был фильтр на Питоне, но он уже 4 года как не обновляется, поэтому перестал работать. Ну все, спасибо. Давайте мы тогда попробуем обсудить то, что у нас есть по безопасности. Вопросов больше нет, да? Все. Хорошо. Так, видно все? Видно? Да, видно. Да. Хорошо. Значит, у нас при изучении вопросов безопасности возникает три основных принципа безопасности. Можете назвать какие? Принципы безопасности. А их сколько? Ну, их обычно считаются классические три, но иногда добавляют зачем-то четвертый в последнее время. Но, в принципе, их три. А там доступность, наверное?
доступность. Потом, так, давайте. Наверное, конфиденциальность информации. Очень хорошо. И третье, я, если честно, не уверена. А попробуйте. Целостность. Целостность. Это стандартные, которые целостность. Ну и четвертое. Которые пытаются сейчас о нем писать, но он не входит в эту тройку, это неотзывность. Значит, это давайте посмотрим, что каждая обозначает и в каких ракурсах это все можно использовать. Итак, доступность – это что у нас? Чтобы, наверное, каждый пользователь имел возможность на безопасную передачу данных, да, и так это, далее. Нет, это значит, что если у нас информационная система предоставляет некоторые услуги, то они должны быть доступные. И, соответственно, у нас может быть именно атака на доступность. То есть мы можем ограничить доступ к ресурсу и таким образом нарушить его безопасность. Ну, примеры какие? Это, наверное, самые простые. Это что у нас, например? Как мы доступность можем ограничить? Изменение прав доступа. ДОС и ДДОС, да, сейчас. Значит, когда мы рассматриваем информационную безопасность, мы в сторону отодвигаем многие другие области, например, физическую безопасность. Потому что, например, наверное, самое простое средство нарушить доступность, это, скажем, перерубить кабель. Сколько раз было такие случаи, когда экскаватор, просто копая в земле, просто обрубал кабель, и доступность сервисов просто пропадала. Интернет сразу в нескольких странах исчезал. Или сейчас происходит событие в районе Баб-аль-Мандебского пролива. Знаете, да, что там происходит? Нет, если честно. А что там происходит? Опаньки. А телевизор не смотрим и газет, да, не читаем? Нет. Нет? А чем вы занимаетесь? Учитесь? Только учитесь? Да. Это очень-очень похвально, правильно, чтобы не отвлекаться. Пираты или что? Там хуситы. Знаете, такая вещь. Йемен многострадальный. Они... Вы знаете, что произошла 7 октября, произошла некая коллизия в районе Газы. Это вы знаете, да? Да. Да. Знаем. Это как раз праздник был. Ну, там двойной праздник. Поскольку Израиль живет по солнечно-лунному календарю, то у них ездят праздники, а вообще, конечно, это годовщина войны Судного дня была. Йом-Кипур. Помните войну Судного дня? Тоже не помню. Слышали, да. Слышали. Да, вот.
И, соответственно, хуситы сказали, что будут нападать на все суда, которые идут в Израиль. Соединенные Штаты послали флот. Там вот одни других бомбят, хуситы подбивают суда. И, кроме того, они заявили, что могут повредить, перерубить кабеля, проходящие как раз, подводные кабеля, проходящие в этом районе. Таким образом, глобальный интернет будет просто нарушен. Юго-Восточная Азия и Китай будут просто отделены от глобального интернета. И, в принципе, сделать это не так-то и сложно. Собственно, все эти кабеля существуют только потому, что они являются общим достоянием, и существует надежда, что люди не будут нарушать общее состояние. Никакой особой охраны с этим на этих кабелях нет. Но взорвав трубопровод «Северный поток», североамериканские Соединенные Штаты де-факто нарушили это неявное соглашение, и теперь, в принципе, без какого-либо глобального осуждения каждый может взорвать в своем праве, можно взорвать и трубопровод, и кабеля. Таким образом, доступность будет просто уничтожена. Ну или можно трансатлантический кабель уничтожить. Опять же, пострадает доступность. Часть Америки просто выпадет из жизни. Вот, собственно, таким вот образом мы можем нарушать доступность интернета. Ну, собственно, ADOS и DDoS – это как раз для простоты работы. Это доступно каждому человеку. Ну, DOS, наверное, вообще каждому, а вот DDoS требует владения большим количеством хостов, ну и фактически некоторые финансовые вложения. DDoS, понятно, что такое, да? Вторая D, что означает? DOS как расшифровывается? Denial of Service. Denial of Service, да. А тогда DDoS? Distributed. Распределенное нарушение обслуживания. Ну, дело в том, что DOS вот классический это уже не применяется, но в принципе можно так называть. Он подразумевал атаку типа peer-to-peer, один к одному. И если у вас пропускная полоса пропускания больше, чем у реципиента, на которого вы нападаете, то, конечно, вы можете приостановить его активность. Но сейчас примерно везде одинаковая полоса пропускания. Тут уже пошла проблема работоспособности его сервисов. Ну и, естественно, если мы можем, то набрасываем на одного реципиента кучу нападающих. А в основном это бот-сети, то есть люди, которые используют, которые являются нападающим, они даже не подразумевают об этом. Недавно в сети прошел некая буря по поводу
предполагаемой атаки. Ну, вначале она была описана как осуществленная, а только потом было написано, что это именно предполагаемая атака. Это атака распределенного отказа в обслуживании, которые проводили зубные щетки. Дело в том, что в зубных щетках, умных зубных щетках электрических, там стоит операционная система типа Android, да? А Android — это у нас Linux с Java. Ну и, честно сказать, значит, в самом андроиде там стоит модель система безопасности в стиле Linux, но поскольку если бы она применялась по всем правилам, то это бы ограничивало очень возможности пользования данной системой. Она там в урезанном виде, скажем так. Поэтому существуют всякие вирусные и вредоносные программы. Ну и вот в сценарии было описано, что такой вредоносной программой можно заразить зубные щетки, которых миллионы каждой модели. И эти зубные щетки можно представить в виде бота-фермы и направить все их на какой-то определенный хост или набор хостов. Люди совершенно не будут об этом знать ничего. И они могут использоваться именно в таком виде. Хотя на самом деле раньше вот такие вот атаки типа DOS-DDoS, они были очень распространены, ну, наверное, по причине того, что люди, которые их делали, они хотели или самореализоваться, или заявить о себе. Сейчас такие мотивы уже вряд ли интересны. Сейчас интересны именно вопросы финансовые, экономические. Поэтому DOS осуществляется только если мы имеем желание с кого-то получить откат, финансовые какие-то вещи. А в противном случае ту же бота-ферму можно использовать для того же майнинга. Тоже получаются деньги. Это даже проще. Ну и нарушение доступности очень последнее... Нет, оно не последнее время. Оно лет 5 назад. Это был просто пик таких атак. А потом как-то он стал не так сильно виден, но все равно работает. Это шифрование файловой системы. Помните такие, да? Вирус-шифровщик. Вы делаете вирус, ну, неважно, каким образом попадает на хосты пользователя. Ну, естественно, можно... Вот лет 5 назад были нападения на конечных пользователей. То есть они обнаруживали, что у них зашифрованы данные. И были требования выслать определенную сумму, ну, тогда были, скажем, где-нибудь 300 евро или 1000 евро в этом районе. Ну, от этого достаточно быстро отказались, поскольку
хлопотно, и пользователи обычно от них много финансов не получишь. И поэтому стали нападения происходить на какие-то фирмы. Вы об этом знаете, да, вот это, о таких вирусах? Представляете, как это работает? Даже не слышали и не видели. То есть вирус шифровальщик в виде того, что... Да, вирус шифровальщик. Контроль шифрует файловую систему, выводит окошко, если вы хотите вернуть свои, да, файлы. Да, 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 вот приведите. Вы видели такой, да? Ну, у вас был? У меня конкретно нет, я только слышал из новостей. О, какая жалко. Как жалко, что нет. Я лично с ними встречался. Первые были просто смешные, они не шифровали там, а ксорили, например, файлы. То есть можно было легко восстановить, а потом, конечно, пошли с шифрованием. А вот года два назад был... Очень редко выплывают сейчас эти истории, но вот года два назад у Гармина зашифровали все данные пользователей. Гармин знаете, да? Они занимаются средствами навигации, у них часы спортивные с навигацией и так далее. Ну и вот очень много у них вышло из строя у пользователей, а выплыло все это, и шум поднялся, потому что Гармин отказался платить. И они, не знаю, чем закончилось, сами решили всем этим заниматься. В Штатах больницы очень любят таким образом нападать, ну, потому что из-за действий профсоюза медицинского профессия медик стала очень высокооплачиваемой в Штатах, и медицинские учреждения, они достаточно богаты, поэтому ожидается, что если им нанесут такой урон, то они могут и заплатить. Ну и вот, кстати, из-за этого в Штатах постепенно пытаются переходить на Linux с Windows, потому что он более безопасный. Ну, в принципе, достаточно и других. Это вот самые популярные средства нарушения доступности. Конфиденциальность. Как у нас работает конфиденциальность? Ну, вообще конфиденциальность – это про то, что если человек узнал какую-то информацию, то он не должен о ней рассказывать третьим лицам. То есть, наверное, то, что если мы оставляем где-то какие-то личные данные, то это не должно быть распространено и в общем доступе оказаться. «17 мгновений весны» смотрели? Ну, нет, да. Нет, да. Нет. Вот там Мюллер, он такую псевдонемецкую поговорку сказал, которой нет на немецком, но вот придумали. «Was wissen zwei, weiß Schwein». «Что знают двое, знает и свинья». Вот это как раз про нарушение конфиденциальности. Как только вы кому-то что-то рассказали, все, все другие знают. Какие средства для борьбы с нарушениями конфиденциальности? Главное средство для борьбы с конфиденциальностью, с нарушением конфиденциальности. Ну, это криптование. Никакого. Скрытие. Да? Что еще? Какими еще можно средствами бороться? Можно бороться, как в фильме про горца.
Смотрели про горца, нет? Что-нибудь? Фильм или сериал? Слышали. Вот, собственно, там главная фраза, которая всегда звучит, остаться должен только один. Ну вот, когда знает только один, то все конфиденциально. Криптование. А давайте мы кратко о криптовании пробежимся. Что входит в криптование? Какие вы знаете виды криптования? Или шифрования? Какие виды криптования вы знаете? То, что симметричное, симметричное. Симметричное, да, симметричное. Так. С одним ключом, с двумя ключами. Вот, это какое? С одним ключом это какое? Так, когда можно зашифровать одним и тем же ключом. Это симметричное, да? Да, и асимметричное будет с двумя ключами. Еще хэширование. В целом тоже сюда должно относиться. Асимметричное. Два ключа. И третье – это хэширование. Естественно, это не все варианты шифрования, которые используются. Это те, которые наиболее популярны. Симметричное – это у нас, ну, это классическое шифрование. Оно очень быстрое, хорошо используется. В нем возникает только одна большая проблема – это проблема передачи ключа. То есть проблема, собственно, состоит в том, что у нас ключ один, и с помощью этого ключа мы и шифруем, и расшифровываем. Соответственно, он должен быть и у Алисы, и у Боба. Значит, в криптографии у нас называются Алиса, да? Помните? Алиса, Боб. Алиса взаимодействует с Бобом. Всегда посылает ему что-то, присылает. И, ну, там можно еще разных вести, это основная Алиса Боб. И вредит им кто? Ева. Вроде. Ева. А вредит им Ева. Она посередине и гадости им делает. Итак, вот передача ключа. Самая проблемная вещь. Алиса посылает Бобу ключ, а Ева тут выкрадывает этот ключ. Нехорошо. Значит, асимметричное шифрование. Асимметричное шифрование, очень плохое шифрование. Там огромные ключи. Оно очень медленное. С ним вообще непонятно, как работать. Но оно решает проблему передачи ключа. В асимметричном шифровании у нас два ключа, открытый и закрытый. Причем любой из них может быть открытым и любой из них может быть закрытым. Это ваш выбор, ну, поскольку для работы с сообщениями нужны они оба. А именно, с помощью одного из ключей мы можем зашифровать сообщение, тогда прочесть мы его можем только с помощью второго ключа. То есть, если с помощью условно закрытого ключа Алиса зашифровала сообщение на закрытом ключе, зашифровала сообщение и послала его Бобу, то Боб с помощью открытого ключа, вот это plain text криптования закрытым ключом, получили крипто открытым ключом, получили
текст. И обратная работа. Значит, мы можем с помощью... с помощью открытого ключа мы можем опять же зашифровать текст. Передать Бобу, и Боб с помощью своего закрытого ключа расшифрует это сообщение. Значит, вот в чем, собственно, суть. В первом случае мы посылаем некоторое сообщение, которое должны знать все. Поскольку открытый ключ мы рассылаем всем, помещаем на какой-то сервер обмена ключей, то каждый наше сообщение может прочесть. А во втором случае мы зашифровываем открытым ключом Боба, соответственно, только Боб со своим закрытым ключом может прочесть это сообщение. То есть это сообщение для Боба. Поскольку вот у нас для симметричного шифрования длина ключа... Так, извините, я отойду немного. Итак, для симметричного шифрования у нас длина ключа, ну давайте мы, от 128 бит. И есть 256, есть даже 512, но это монстры. 128 бит. То для асимметричного шифрования... Ну, 1 килобит был раньше, уже не используется, от 2 килобит, 2, 4, ну и так далее. Сейчас используется. То есть видите, что сложность работы с ним намного больше. Ну и, естественно, чем больше текст, тем больше времени на шифрование, дешифрование.
и для чего он в основном применяется. А он применяется, поскольку он снимает проблему передачи ключа, то он, собственно, применяется для передачи симметричного ключа. То есть мы не в полное сообщение передаем, а передаем только, ну, можем передавать, зашифровать сообщение симметричным ключом, симметричный ключ зашифровать асимметричным ключом и передать вот этот зашифрованный асимметричный ключ. Соответственно, это будет по вот этой схеме, по второй действовать. То есть мы зашифровываем на асимметричном ключе Боба, передаем ему, и Боб может расшифровать это сообщение. Он расшифрует ключ и расшифрует сообщение. А никто другой уже прочесть это сообщение не сможет. Плюс к этому, кроме того, что мы шифруем ключ, мы должны сделать так, чтобы Боб убедился, что Ева не испортила информацию посредине. Она как man in middle может испортить информацию. Для этого мы должны быть уверены, что не пострадала целостность, то есть не изменилась информация. Вообще целостность – это очень важная вещь. Мы хотим, чтобы информация, какую мы положили, такая и была взята. Так вот, для проверки целостности у нас используется хэширование. Значит, хэширование – это специального типа функции, которые переводят текст любого вида, ну, информацию любого вида, любой длины в сообщение фиксированной длины. Сколько-то байт оно может быть. То есть абсолютно любое. И хэш у нас должен быть стойким в двух видах. Значит, он должен быть стойким по восстановлению, то есть, зная хэш, мы не должны уметь восстанавливать исходное сообщение. И стойким по коллизии. Дело в том, что как-то вот удивительно, что любое сообщение переходит в разный хэш. То есть изменение даже бита в сообщении изменяет наш хэш. Так вот, стойкость по коллизии – это возможность, невозможность наличия другого сообщения, которое даст точно такой же хэш. Вот эта вот стойкость по коллизии еще называют в литературе парадоксом дня рождения. Знаете, да, парадокс дня рождения? Нет. Очень, очень любят его использовать всякие экстрасенсы и маги во время своих выступлений. Парадокс, да, парадокс дня рождения в том, что в достаточно большом коллективе всегда найдутся люди, у которых день рождения в один и тот же день. Вот это и есть коллизия. То есть
находятся два сообщения разных, которые дают один и тот же хэш. Разные хэш-функции имеют разную стойкость по коллизии, поэтому у нас выпали семейства функций MD. MD были очень популярные. Microsoft их использовала. Они сейчас считаются неудовлетворительными по коллизии. А вместо них функции типа SHA. Функция SHA-1 заменила MD5. Потом она оказалась плохой. Мы перешли на SHA-2, которая сейчас используется. Ну и она плохая. Мы сейчас переходим на SHA-3. SHA-2 или несколько вариантов, SHA-256 мы используем сейчас чаще всего. Это хэш-функции. Так вот, комбинация симметричного шифрования и хэширования, она у нас дает такую чудесную вещь, как шифрование писем и электронно-цифровая подпись писем. Электронно-цифровая подпись – это комбинация хэширования и асимметричного алгоритма. Мы делаем хэш письма, ну, любого документа. Если вы заказываете какой-то документ в МФЦ, в электронном виде на госуслугах, вам приходит этот документ с электронной подписью. Или у нас дело производства в университете, делается все, каждый документ с электронной подписью. У каждого человека, который подписывает, есть ключ. Вот он своим закрытым ключом. Вот тут у нас с электронной подписью уже работает вот этот вот механизм. Он подписывает своим закрытым ключом. И тогда, поскольку открытый ключ его известен, каждый может удостовериться, что это подписал именно этот человек. А именно, мы делаем хэш нашего сообщения. И вот этот хэш мы шифруем на своем закрытом ключе. В результате мы Боб получает это сообщение на открытом ключе. Он это сообщение расшифровывает подпись, сравнивает хэш документа, хэш, который он расшифровал, и получает информацию, что не пострадало письмо, то есть хэш одинаковый, и что оно подписано конкретным человеком. То есть это аналог этой подписи. И вот в связи с электронными подписями еще говорится об неотзывности, то есть никто не может отозвать свою электронную подпись и отказаться от нее. Вот такое свойство электронной подписи должно быть. Но это не глобальное свойство безопасности, а именно конкретной электронной подписи. Ну и целостность – это кроме документов, документооборот. Значит, дополнительно к целостности у нас относится что? К целостности базы данных. Вот для баз данных очень важна целостность, чтобы мы были уверены, что какую информацию мы в них положили, такую и заберем, чтобы она не пострадала. Ну и как некий вариант базы данных – это файловые системы.
файловые системы, память компьютера, ECC память. Ну, архивы данных, архивы. Тут мы можем работать в двух направлениях. Ну, файловая система, например, это ZFS, BTRFS, известные, XFS. Там мы можем считать код какого-то блока. Если у нас RAID-массивы, знаете, да, вы, RAID-массивы, мы считаем код блока и сравниваем этот код с тем, что есть, отдельно его храним, и потом сравниваем код с тем, что есть на диске. Если, в принципе, совпадает, то мы считаем, что целостность не нарушена. Если не совпадает, то считаем, что целостность нарушена. Для хранения документов, файловых систем, баз данных, дисковых, то есть это вот на железном уровне памяти, кроме кодов, которые подтверждают, что целостность осталась, это так называемые коды четности. У нас есть еще коды восстановления или коды Рида Соломона. Коды Рида Соломона позволяют, они имеют некоторую избыточную информацию, и кроме того, что несут в себе вот проверку целостность информации, они еще могут восстановить исходную информацию, если она каким-то образом нарушена. Ну вот этим занимаются ECC память, это вот компьютерная память на серверах с кодами восстановления, и RAID массивы. Опять же, они делают подсчет для каждого блока диска и могут потом при нарушении информации восстановить ее. То есть, если у нас из RAID-массива какой-то диск выпал, то есть сломался, мы его удалили, поставили новый диск, у нас идет ребилдинг, перестройка массива, и на основании этой перестройки массив через некоторое время восстанавливается. Таким образом, вы видите, что эти принципы безопасности, они достаточно глобальны и присутствуют везде в нашей жизни, весьма полезны, то есть это не некая абстракция, а вполне конкретные вещи. По криптованию, как я уже сказал, вот эти вот три направления – это основные практические. Другие направления у нас или крайне специфические, или или вы с ними не сталкиваетесь. Например, кроме симметричного шифрования, которое очень полезно, есть шифрование с помощью одноразовых блокнотов. Опять же, вспомним фильм «17 мгновений весны». Там Штирлиц получал шифровку по радио, а потом расшифровывал с помощью книжки, стоявшей на полке. Каждый раз с помощью новой страницы. То есть эти цифры обозначали буквы на этой странице. И таким образом мы могли расшифровать. Вот этот шифр абсолютно не криптоустойчив. То есть не зная источник, по которому мы расшифровываем, мы не можем
восстановить, обратно дешифровать. Одноразовый блокнот называется, потому что первоначально это были именно блокноты. На каждой странице был вот свой код. Каждая шифровка расшифровывалась единственным образом. Потом эта страница вырывалась, удалялась, уничтожалась, и расшифровка шла уже на следующей странице. Есть куча разных дополнительных шифровых методов. Например, шифрование Цезаря, сдвиг, шифрование по, скажем, по первым буквам слова, ну и шифрование, которое стало популярным при развитии компьютерной техники, это стеганография, когда у нас шифруется не с помощью прямого шифрования информации, а с помощью изменения некоторых побочных вещей. Ну, например, у нас есть картина, мы шифрование информации производим тем, что меняем чуть-чуть палитру картины, то есть сдвигаем краски. Человеческому зрению это обычно недоступно определить, есть там сдвиг палитры или нет, фактически невозможно. А вот сдвигом палитры мы просто шифруем информацию. То есть стеганография – это такой вариант, как внесение информации так, чтобы не было даже видно, что информация внесена. Ну, тогда на сегодня мы, наверное, завершим. Вам, значит, на этой неделе сдавать первую лабораторную. Пожалуйста, завтра, да, последний день, сдавайте. Ну, пожалуй, и все. Вопросы есть еще? Вопросов нет. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо большое. Да, до свидания. До свидания, спасибо. До свидания. До свидания, спасибо. До свидания.